выставка продолжается. Вот, смотри, видела, катакомба там... Парижа. Ой, настоящий. Ой, господи. Настоящие катакомбы Парижа. Правильно одел кроссовки. Да. И я, главный кроссовок тоже от Сен-Лоран. Сен-Лоран вообще делал шикарные кроссовки на каблуках. Ага. Так. Ой, боже, я уже... Ну, свет фотогеничный. Слушай, смотри, здесь все... Здравствуйте. Тут аккуратнее с вашими головами. Да. Я сегодня, обратите внимание, залетел вот здесь вот. Вот так вот прям торпедой зашел, но подсветил вам здесь вот красивенько. А вы не знаете, какого года это здание? Это вообще очень давно было сделано. Мы вычистили. Здесь все было забито. Да. Знал и другой. Мы полностью его просушивали неделю, вычистили все. Тут целый вот получился какой-то, я даже не знаю, это примерно на нарву. А что здесь было? Здесь, ну, было завалено вот до сюда 15-летним разным мусором. Понятно. Там какой-то пластик, металл. Столетним, наверное. Да, 1012-летним. Потом здесь вот еще другой зал. Тысяча лет дома? Все прочистили,